Одноклубникам привет. Все-таки купил я себе втягивающее до канала меня. Одно поменял, поставил леченое со старого стартера. Так оно тоже что-то мозги парит. Это втягивающее редукторного стартера Mitsubishi. Короче, купил я отечественное от 92-го стартера. Ну, есть такое как бы серия стартеров Чебоксарского, что ли, завода. Вот, редукторный стартер. В общем, суть в чем? Этот стартер Чебоксарский 92, это копия Mitsubishi. Внешне, не знаю, как там по носику, по его покреплению. Может быть, даже его можно купить, переставить наш носик. Не знаю, этого не проверял. Но втягивающее скопировано один в один. Да и внешний стартер тоже, по сути, один в один. Такой же планетарный, как наш Mitsubishi 2,2 кВт. И вот эта хреновина один в один с Mitsubishi-вским. То есть всеми размерами, он там мне штангель лежит, я все промерил. Вот. Ну, абсолютно идентичное. Вот. И само реле точно такое же. Вот. И эта часть вся выглядит абсолютно одинаково. Что называется, найди 10 отличий. Нет, только вот этой вот этой хреновины здесь нет. А в остальном все точно так же. Вот. Все точно так же. Поэтому. Как бы не мной найдено, не мной было проверено, ну, в очередной раз доказано. Вот это конкретно по коробочке для этой, как она, Газель, Газель Next, типа 2,8 на ценнике было. Ну, здесь вот такие вот циферки. Вот. В общем, буду, наверное, в субботу ставить и радоваться.